А где кто деньги-то привезет? Где он? Кассу кто держит? Кто деньги-то дает? Каран. Так мы сейчас милицию привлечем. Все, что вы? Да ради бога. Денег не дают. Я вообще ни за кого голосовать не буду. Ну как так? Надо голосовать. Это ваше право. Вы кто? Я кандидат, депутаты. Мы только что по закону. Да. Так и? Да. А с какого перепуга вы? Что вы? Куда? А кто должен лезть? Должен? Понимаете, что вы продаете свой голос? Нет, подождите, а кто должен лезть? Я не буду продавать свой голос. Зачем? Хотели же 500 рублей. Камера увидела? Сколько стоит голос-то? 500 рублей. Да. А кто дает-то? Кто дает-то деньги? Скажите. Машина похожая деньги на кто мою. Дает? Машина похожая на мою. Я ж подъехала. Надеялись, что она подошла. Да. Да. Так что сейчас смотрим. Вам, ну, тоже, как-то... вам тоже предлагали деньги? Нет. Нет? Я свой голос в этот самый. За кого хочу, за того я это даже. Правильно. Это правильно. Это правильно. Подошли ко мне люди, угу. Вот типа такие, как вот. Ну, хорошо, одеты. 200 рублей, мол, 500 рублей, чтобы проголосовали за Душина. Угу. За Душина. Угу. Этого парня я сегодня первый раз вижу, угу. Если честно сказать. Угу. Все понятно. Да я на вахту уеду. Ну и что, и что? Что и нужно что сделать? Ну вот, а у меня документов нет, у меня только вот. Мои угу. Реальные, ну как, ксерокопии. Так, а что я нужно сделать? Я что пошла к школе-то? Жду машину. Угу. Когда мне привезут эти деньги? Угу. И в оконцовке... А тут мы подъезжаем, ну, да? Да. 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 Все понятно.